Дзіцячы адукацыйны цэнтр «Дабро» Гомеля адчыніў свае дзверы для наведвальнікаў. Установа створана на базе савецкай раённай арганізацыі «Чырвонага крыжа». На працягу года тут будуць праводзіць заняткі па важных для падрастаючага пакалення тэмах. Першы урок наведала і наш корэспандэнт Вероніка Гамзюкова. Центр «Дабро» открылся на базе Советской районной организации «Червоного крыжа» по улице Матросова, 6. Проект уникальный не только для Гомельской области, але и для всей краины. При его организации выкористовывали в опыт работы подобного центра у Дании. Изучая опыт датского Красного Креста, мы увидели такой образовательный центр в Дании. И подумали, что неплохо было бы, чтобы и у нас где-то в городе у Красного Креста был образовательный центр «Дабро». Это своего рода дом, куда они могут прийти, и те менторы, которые будут с ними заниматься, смогут вообще рассказать про жизненную какую-то ситуацию, поделиться, такие оказать какие-то психологические услуги и сказать, может быть, что и у меня такое в детстве было. Я тоже вот не ходил на этот кружок, не занимался этим видом спортом. Потом пошел, я вот получил удовольствие и сам, и достиг каких-то высоких результатов. Центр «Дабро» – проект долготерминовый. На протягу года тут будут проводить занятки по самых разных темах, актуальных для детей и подлетков. Первый урок присвятили этикету. Майстер-класс представил Гомельский державный профессийный шматпрофильный лицей. Сегодня мы хотим научить вот эти вот семьи правилам, элементарным правилам этикета, правилам сервировки стола, привить традицию ужинать, завтра обедать вместе, привить культуру вот этого вот общения за столом детям и их родителям с самого детства, с самых истоков. Плануется, что до выкладания у центра долучатся и студенты Гомельских ВНУ. На сентябрь у нас будут работать ученики наши, которые с наших школ, это 9-11-классники, наши волонтеры. Это на сентябрь месяц. В октябре месяце мы заключили договор в университете Сухого, будет создан волонтерский отряд из числа учащихся, и они уже будут приходить и преподавать детям тот же день науки. То есть рассказывать, либо математика у нас будет, либо русский, но чтобы это детям было не напряжно, а интересно. То есть это все будет происходить в игровой форме. Навучальные занятки у центра будут проходить двочи на тыдень у гульнявой форме у группах по 4-5 человек. На их запросят як дошколят, так и школьников. Особливый клопот детям, которые потребуют повышенной педагогичной уваги. Это первый проект, который будет проходить в Гомельской области, и нам очень приятно, что этот проект поддерживает и оказывает содействие областная организация «Красный Крест». Поэтому начинание есть, ну а дальше нужно просто трудиться, и я думаю, что будут свои результаты. Ну и надеемся, что он будет пользоваться большой популярностью и, самое важное, окажет значительное значение, вклад внесет для того, чтобы дети могли адаптироваться и почувствовать себя полноправными гражданами нашей страны. У раскладе центра на верасень день добра, день здоровья, а так само день науки и день юного пешехода. Каб трапить на корыстные майстер-классы, треба звернуться до керавництва Советской районной организации «Червоного крыжа». Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».